Смотрите, во-первых, мясо разваливается. Во-вторых, оно, посмотрите, вот, соком. Сок просто, вот он капает. Класс. Вот это вот идеально. Шашлык из куриной грудки. Сочный, вкусный. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ранчо Санчо. Стоит очень жаркая погода, уже, блин, до недели три, наверное, вот прям 35 градусов. И все мы любим выбираться в такую погоду на речку, либо покупаться в бассейне на даче, в общем, охладиться. А когда мы на речке, либо у бассейна, мы всегда с друзьями хотим что-нибудь пожарить и приготовить на мангале. И обычно это бывает шашлык. Друзья, я вам хочу сегодня показать вкусный шашлык, потому что вы мне писали в соцсетях, ВКонтакте вы писали, в ТикТоке писали, что покажи, как же приготовить вкусно, достаточно сочно куриную грудку. Друзья, вот сегодня я вам показываю, как сделать вкусную и сочную куриную грудку на углях. Ну а пока я не начал готовить, подпишись на наши соцсети, подписывайся на YouTube, ставь вот здесь вот колокольчик и пиши нам комментарии, как ты готовил. Ну а я начинаю. Готовить я сегодня буду на вот таких вот деревянных шпажках, поэтому отправляем их в воду замочиться, просто чтобы они на углях не сгорели. Если шпажек не будет, свободно берите тонкие шампура и готовьте на шампурах. Берем куриное филе, вот такое вот, потрясающее. Если есть какой-то жирок, можно отрезать. И нарезать мы будем на кубики, приблизительно 2 на 2, чтобы это все быстро прожарилось. Кстати, у меня очень много друзей, которые не едят шашлык из свинины, там, из баранины уж тем более, не любят они ее. Вот любят только куриц. Ну, можно приготовить, конечно, и бедра, но вот, если вы меня смотрите, друзья, вот этот вот рецепт будет вот именно для вас. Из курицы, из куриного филе самое то. Ну и продолжаем. Все филешки нарезаем на кубики. Нарезанную курицу отправляем в тару, где мы замаринуем мясо. И нарежем 3 зубчика чеснока мелко. Измельчайте его просто. Можно через пресс, в принципе, выдавить. И отправляем. Курица. Теперь добавляем сюда черный молотый перец, ну или свежемолотый. Здесь все по вкусу. Кто любит чуть поострее, более ароматный, добавьте побольше. Теперь добавляем сюда соевого соуса. Нарежем сюда сок лимона. Отрезали лимон и добавляем лимончик. Лимоном не переусердствуйте. А также добавим сюда зеленушки. Здесь мята и кинза. Вот представляете, какой вкус придаст мята, такую пикантную нотку. Отправляем зелень всю сюда. На соль можно потом попробовать в конце, если что, солью можно будет подсолить. Ну а так все, весь маринад перемешиваем. Друзья, курица маринуется достаточно быстро, достаточно 15-20 минут, и она замаринуется. Ну, хотите, можете оставить, ну, на 1 час, но не более. Оно просто уже за час даже промаринуется очень хорошо. Оставляем это все либо дома в теплом помещении, можно убрать в холодильник, если уж прям сильная жара. Ну, и подготавливаем угли, разжигаем и будем жарить. Пока курица маринуется, я ее буду готовить вместе с овощами, подготовим овощи. Болгарский перец берем. Будем его нарезать на такие же приблизительно квадратики, как и курицу. Приблизительно 2 на 2 сантиметра. То есть вот он. Вот этот вот
лишнее можно чуть-чуть убрать. Вот, отличный будет квадратик. Я взял два разных вида перца, чтобы это покрасивее смотрелось. Будет красный, я показал. И также я взял желтый. Мы их будем просто чередовать. А также нам понадобится красный лук. Почему красный? Ну, потому что просто более красиво это будет смотреться на шампурах. И нарезаем вот так вот на четвертинки. Потом мы вот так вот будем крошить и нанизать все это на шпажки. Друзья, я все овощи подготовил. Этот рецепт максимально простой. Он очень быстрый, простой, проще уж некуда. Но это будет очень вкусно. Разжигаем угли. Ну и пекло стоит, я весь уже мокрый. Побыстрее приготовить и прыгнуть в бассейн. Угли разводятся. Теперь начинаем насаживать мясо. Смотрите, курицу очищаем от трав, ну, максимально. Удаляем отсюда их. Они будут гореть, они уже свое дело сделали. Поэтому берем шпажку и вот так вот нанизываем. Куриц, потом можно садить красный перец. Куриц и красный лук. Посмотрите, насколько же будет красиво получаться, да? Куриц и желтый перчик. Вот такие вот шпажки будут получаться. Красота. А теперь выкладываем. Самое главное правило – это не пересушить курицу. Курица готовится очень быстро, поэтому просто вращаем чуть-чуть почаще. И буквально по 5 минут с каждой стороны этого будет достаточно. Она сейчас уже практически будет готова. Посмотрите, сок из куриной грудки. Черт, вот это класс. Друзья, как я и говорил, 10 минут с двух сторон по 5. И это достаточно. Я вам покажу, насколько сейчас сочная куриная грудка у меня получилась. Вот это лепота. Это, вот это летнее настроение, да? И овощи. И пожаренный шашлычок. Класс вообще. Побежали пробовать. Ну вот и смотрите. Снимаем кусочек. Может быть и так. Смотрите, во-первых, мясо разваливается. Во-вторых, оно, посмотрите, вот сок. Сок просто, вот он капает. Класс. Вот это вот идеально. Шашлык из куриной грудки. Сочный, вкусный. Друзья, он тает во рту. Овощи. Они хрустящие, но уже мягкие. Лучок. Ну, на любителя, но он уже за счет того, что поджарился, не такой ядреный. Ну, грудка, друзья. Но она правда тает во рту. Друзья, кушайте вкусно, кушайте полезно. Отдыхайте на природе с удовольствием, вот с такими вкусняшками. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм, ВКонтакте. Присылайте ваши фотографии, как готовите вы. Всем хорошего вечера, всем хорошего дня.
смотря когда вы смотрите и когда вы будете это готовить. Пока!